Всем огромный привет! Я снова вернулась в Fix Price, чтобы снять для вас новинки. Обзор буду вести из трех точек. Сыра Молотова 28А, также Сулимова 50 и Сулимова 26, город Екатеринбург. Всем приятного просмотра! Прелестный коврик для посуды размер 40x30, цена 99 рублей. Тоненький, с другой стороны белый, белоснежный. Второй вариант, более сдержанная расцветка. Снова яркий. И еще один. Как вам? Мне понравился. Поднос 30x16, цена 79 рублей. Да, слегка сгибается, но в целом исполнение мне понравилось. Аккуратный. Жестяной. У нас точно таким же орнаментом есть керамическая подставка. Тоже в фикс-прайсе покупали. Мне эта расцветка больше всех понравилась. Роскошные цветы, объемные. И самый яркий. А этот поднос можно купить к Пасхе с зайчиками. Миленький. От Уникопласт новые контейнеры, объем 750 мл, крышка откручивается. Цена 33 рубля. Оказывается, эти контейнеры можно крепить. Есть специальное крепление сверху, и они не падают. Из этой же серии продаются объемом 1 литр, и цена, наверное, 79 рублей. Не выставили. Очередная садовая декорация, сделанная из керамики, 16 сантиметров. Цена 174 рубля. Инжир. Инжир. Клубничка. И ананас. Изначально с первой фигуркой у меня была ассоциация, что это красный лук. Но нет, все-таки инжир. Весы электронные кухонные, они работают от одной батарейки, но она в комплект не входит, круглая. Функция тары, минимальная нагрузка 1 грамм, максимальная 6 килограммов. Автоотключение и указанные единицы измерения. Цена 399 рублей. Какие симпатичные. Мы взяли первые попавшиеся, но я думаю, расцветки разнообразные. С антискользящими ножками и можно повесить. В наличии есть другие весы 349 рублей, 299, но мне кажется, эти самые удачные. Можно смело покупать в фикс-прайсе, ничуть не хуже, чем в других магазинах, которые стоят дороже. Новая серия кухонных аксессуаров. Кисточка 26 сантиметров, цена 55 рублей. Силиконовая часть снимается. Но это плюс. Можно помыть, так легче. Три расцветки. Помимо кисточек продаются лопатки, цена такая же, 55. Тарелка из опалового стекла, красный ценник, цена 49,50. Вторая с ежиком, 17,5 сантиметров. Мусорное ведро, объем 8 литров, цена 349 рублей. Не сразу мы сообразили, как крепится. Не снимается декоративная часть, но в итоге все получилось, закрепили. Только такая расцветка, других нет. Постоянно сползает, но возможно я что-то сделала не так. Производитель Полимер Быт. Обычное ведро пластиковое на кухню или в офис. На этой неделе привезли много пледов, зайду в каждый магазин и посмотрим ассортимент. 160 на 200 сантиметров, не маленькие, обычно детские привозят, совсем крошечки, цена 349 рублей. Все пледы разные, есть пушистые, есть менее объемные и ткань разная. Черный однотонный и вижу, что этот немного толще, если сравнивать с соседними. Как ожидалось, на Сулимова 26 совершенно другой ассортимент, другие пледы. 349, пушистенький, расцветки отличаются. Новые гелевые стельки, два размера, 36-40 и вторые 40-45, цена 199 рублей. Гелевая вставка обеспечивает отличное поглощение ударов и амортизацию. Рекомендуется менять каждые 6 месяцев и помещать стельку нужно в обувь гелевой стороной вниз. А сейчас ненадолго отвлечемся, покажу посылку из интернет-магазина «Василек». Ссылочки на вещи, а также на соцсети магазина оставлю в инфобоксе. Постельное белье, двухспальный размер, наволочки 50 на 70. Можно заказать с молнией, без нее обычные. Цена за комплект 2600 рублей. Отправиться к родителям, но я сейчас все равно открою, посмотрим. Наволочки одной расцветки, простыня зеленая, пододеяльник двусторонний. Цвет не очень яркий, не просвечивает. Спрашивали о молниях, не расходится. Я стирала комплекты неоднократно, и с сатиной, и с поплином. У меня практически все вещи стираются на деликатном режиме. Я высокие температуры, обороты не выставляю. Меняете сторону, чередуете, и будет возникать ощущение, что застелили новый комплект.
Весной захотелось красок, поэтому выбрала яркое полотенце. Обычно выбираю более сдержанные цвета и оттенки. 50 на 85, цена 450 рублей. Посмотрите, какие швы. Все очень аккуратно, двойные строчки. И полотенце само по себе приятное, мягкое. Это полотенце новинка, называется «Вечность», полулен жаккард. Симпатичная расцветка, ткань плотная и хорошо впитывает воду. Все полотенца такого плана с петелькой. Эти носочки неплохо тянутся, они действительно подходят на размер 37-41, 80% хлопка. Цена 360 рублей. Отличные носки на весну, они тоненькие, комфортные, не жарко в таких. Хлопковая пижама 42 размер, называется «Луна», и надпись на футболке по-английски тоже «Луна». В комплекте шорты, цена 830 рублей. Шорты широкие и резинка прекрасно тянется. Футболка не укороченная. Отличная пижама, хорошо сшита, с начесом, она теплая, но я не учла тот момент, что она на рост 170, а у меня намного ниже. В общем, снова большая, придется подшивать. Рукава низ брюк с окантовкой, начес небольшой, но благодаря этому пижама очень приятная к телу. Тоже все прошито, оверлок. Комплект называется «Ланвин», 1700 рублей. Пижама с брюками тоненькая, мне понравилось, что она однотонная, насыщенный черный цвет, но вижу через камеру слегка высветляет, 1500 рублей. Низ тоже с окантовкой и резинка тонкая. Тянется во все стороны, я думаю, подойдет не только на 44 размер, но и на 46. Буду носить как домашний костюм, хорошо сидит и черный цвет стройнит. Шорты мужские, 48 размер, цена 460 рублей. В составе 20% полиэстер и основной материал хлопок. Карманы достаточно длинные, вот здесь заканчиваются завязками. Ранее заказывала такие шорты, стирали неоднократно, катышки не появляются, и большой плюс, они совершенно не теряют форму. Чехол для сумок и вещей 35 на 25 и глубина 15 сантиметров. С одной стороны прозрачное окно, а с другой стороны нетканый материал. Цена 149 рублей. В продаже черный цвет, коричневый, бежевый и серенький. В прошлом видео снимала эти щетки, меня спросили, какой ворс. Ворс из синтетики, не натуральный, 69 рублей. Интересная новинка – браслет магнитный строительный. С удобным ремешком 4 мощных магнита. И максимальная нагрузка 250 граммов. Цена 199 рублей. Дорожная подушка. Каждый год привозят, но расцветки отличаются. Цена 299 рублей. На кнопочку закрывается, застегивается. И с петелькой. Показываю расцветки. И видела однотонную черную. Зашла на Сулеймо 26 и вижу другие расцветки. Зебра и сердцами поярче. Небольшое настольное зеркало, примерно 20 сантиметров высота. Одна сторона обычная, а вторая увеличивает два раза. Изображение не искажает. Цена 199 рублей. С антискользящими ножками. Второй цвет знаем, что есть еще серый и, возможно, белый. Маникюрный набор в футляре 4 предмета. Кусачки, пилочка, пушер, пинцет, нержавеющая сталь. Цена 249 рублей. На первый взгляд все выглядит прилично. Буду признательна за отзыв, кто покупал. Бигуди на липучках крепятся как прищепки. Прикорневой объем обещает 2 штучки. Цена 87 рублей. В этом магазине на Сулеймо 26 только коричневые. Понравилось зеркальце, цена 149 рублей. Обычная сторона и вторая с трехкратным увеличением. Посмотрите, какая милота с цветочками и с котиком. Любовь написана. Новые мешки для мусора, написано прочно, удобные, с ручками. 20 штук, 35 литров, цена 79 рублей. На выбор фиолетовые и синие. Во всех магазинах видела коврики, размер 66 на 105 сантиметров, цена 349 рублей. Производит Россия. Это вторая расцветка. И эти уже повторяются. Сейчас выставляет акриловые маркеры, 4 штуки в наборе для любых поверхностей. Цвета накладываются друг на друга. Цена? 79. 79 рублей. Цвета в наборах отличаются.
Новый крем для рук и тела с экстрактом пиона. 140 мл Wilson Group производит. Цена 79 рублей. Учитывая цену, состав вполне приличный. Если смотреть на средства Wilson Group, я имею в виду на кремы, они одинаковые. Отличаются только экстракт и, возможно, ароматизатор. А так то же самое. Консервант бутил, стараюсь избегать в еде, в косметике допускаю. В продуктах Е321 и Е320. Антибактериальное мыло для рук, приятные ароматы, мелисса, ромашка, лемонграсс и мята, имбирь, бергамот. 500 мл, 149 рублей. Безусловно, состав намного лучше, чем у другого мыла, которое продается в фикс-прайсе. Много смягчающих компонентов, масел, но все же первым стоит Лауреат. Гель для душа ухаживающий, такой же производитель, объем 300 мл, цена 79 рублей. Возможно, со скидкой по желтому ценнику, цена 68, но с картой фикс-прайса. Состав примитивный, точно такое же мыло продается в пакетах. Видели, в другом магазине продается синий гель для душа, но, скорее всего, отличается только ароматизаторами и красителями. Милейшая бутылочка с дозатором – это шампунь-гель для детей, называется «Привет, котик». Указали возраст 3+, но состав совершенно не детский. Упаковка классная, а исполнение, точнее, наполнение не понравилось. Есть деталонамин. Также присутствуют компоненты, которые могут вызвать аллергию. Если дети аллергики, точно не стоит покупать. Два варианта – слон и котик. Объем 180 мл, цена 79 рублей. Антиперспирант Невея 72 часа, без раздражения, без спирта. 150 мл, 149 рублей. Также есть Рексона 200 мл, 199, по-моему, раньше не привозили. И да, возможно, новинка, но цены пока нет. Чистящее средство для различных поверхностей. Супер блеск, кафель, фаянс, хром, сталь, акрил, эмаль. 500 мл, цена 99 рублей. К сожалению, сегодня без цен, потому что только-только выставили, ценники еще не сделали. Капсула для стирки белого белья. Производит Россия. 12 штучек в комплекте. Написано без фосфатов и хлора. Действительно нет в составе. Большая концентрация анионных ПАВ. Я думаю, отстирывать будет хорошо. Наверное, в ваших магазинах найдете для цветного белья. Но у нас только такие. Обязательно ставьте на дополнительное полоскание. Досочки Сигена. В наборе 16 фигурок и 16 рамок. Развивает память, творчество, моторику. Возраст 3+. Цена 149 рублей. Деревянные. Вот такие фигурки в наборе. Вариантов несколько. Одежда, морская тема и сладости. Пазл ростомер 100 сантиметров на 35. И шкала от 50 до 150 сантиметров. Цена 249 рублей. Картонный. Предусмотрительно написали, что скотч не входит в комплект. Можно на стену повесить. Пазл «Холодное сердце», «Мстители», «Три кота» и снова «Холодное сердце». У нас появились новые слаймы, но за праздники почти все раскупили. 120 мл, цена 69 рублей. С блесками и есть без них. Однотонные. Также лизун в продаже, 59 рублей. Цикличный товар, набор для выращивания живых рачков, морские обезьянки, вылупляется за 48 часов, цена 124 рубля. Возраст указали 8+. Насколько помню, в прошлом году были отрицательные отзывы. Настольная игра называется «Мстители. Противостояние». Играй с друзьями, 12 атак, картонные листы, инструкция в комплекте, все понятно. Цена 149 рублей. Хрустящие трубочки называются «Бамбук» с начинкой со вкусом сгущенное молоко в темной глазури. Заменитель масла какао, пальмовое масло. Цена 59 рублей. Белевская пастила, наконец-то снизили цену, 100 граммов, 79 рублей. Соленый жареный арахис, 150 граммов, цена 62 рубля. Майонез Ряба с перепелиными яйцами, 67%, 350 граммов, цена с картой 69 рублей, без карты 79. Насолимое 50 стоит в холодильнике. В составе. В составе подсолнечное масло, сахар, яичные продукты, яичный желток, перепелиный меланж, эфирное горчичное масло, уксус, экстракт, зеленый чай. Этот батончик найдете на кассе марка Победа. Хрустящие вафли в молочном шоколаде, вареная сгущенка. 45 граммов, цена 22,60. Амина сегодня решила купить шары. Набор 52 штуки, цена 249 рублей. Цвета разные в наборах.
На этом обзор заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Желаю удачных покупок. Пока!